работает 12 бригад, но еще 738 абонентов у нас не подключено. Поэтому, Олег Николаевич, мы, наверное, сегодня будем работать, сколько хватит у нас сил, но, тем не менее, наверное, мы всех не подключим. Приморские энергетики продолжают восстановительные работы на сетях электроснабжения, нарушенного из-за циклона в минувшие сутки. О ходе ремонтов доложили губернатору Олегу Кожемяка. В аварийно-восстановительных работах по краю принимает участие более 30 бригад ДРСК, Оборонэнерго, АЭСК, ФПС и других электросетевых компаний. Олег Кожемяка поручил Минэнерго совместно с сетевыми компаниями разработать план повышения надежности энергосетей в Дальнереченске, Лучегорске и Ханка. Округе. Вы составьте необходимое решение, связанное с инвестиционной программой такого экстренного решения, значит, да, по усилению и созданию надежности на энергосетевом хозяйстве этих трех подразделений, вот с тем, чтобы особенно по этим районам, вот, то есть у нас не было никаких процессов, связанных с нарушением энергоснабжения, даже в такие погодные условия. Поэтому продумайте эту программу и доложите ее. Значит, тут неделю вам даем на то, чтобы вы со всеми этими подрядными организациями, эксплуатирующими организациями, выработали единый комплексный подход, обсудили, как это будет решаться вместе с нашим управлением по энерготарифам. Вот, то есть, может быть, будет это инвестиционная составляющая, чтобы выделили необходимые средства и компании в оперативном порядке привели все в надлежащее состояние.